прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями, насквозь проникнуты светом и теплотой. Что для вас важнее всего на свете, я могу желание исполнить. Я все время занимаюсь этим. Ура, ура, товарищи! Уже вечерняя заря погасла, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же вас познакомить с ними и с теми удивительными историями, которые мне удалось услышать. Это будет такой человек удивительный, который придет. А придет он, когда наступят последние времена. Но и будет ходить этот Ришка по селам да по городам, и будет этот Ришка лукавый человек соблазнять народ христианский. Ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный. Сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Я тотчас понял, что эта женщина — сама природа! Воскликнул я. И мгновенным ходом... О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможности совершенства и счастья? Я думаю о том... Как придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов? Мне кажется, я тебе домашница, и я ее отниму и дам другим. Начинается день мой. Я просыпаюсь в 8 часов, звоню, протираю глаза чаем с ромом. Какой был бал, накал движения звуков нервов. О характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни. Странное влияние имел на меня отец, и странные были наши отношения. Он уважал мою свободу,
Он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя. Я любила его. Я любовался им. Он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы постоянно не чувствовал его отклоняющей руки. С братом в детстве любимая игра — острова. У каждого из нас было по острову. Я был королем на одном из них, а Николай — герцогом на другом. Острова вели между собой войны. Светлым чувством откроюсь России, где б ни странствовал, где бы ни был, бежен лук, молодой и красивый, по Тургеневски я полюбил. Как-то вдруг застучатся два слова: бежен лук, бежен лук, бежен лук.